Если хочешь о важном, давай о важном. Хотя это понятие так двояко, одиночество вовсе не так уж страшно. Страшно в 21 умереть от рака. Страшно ночью не спать от грызучей боли, что вползает под кожу и ест с корнями. А ты роешь себе могилу от слов уволен, или лучше остаться с тобой друзьями. Говоришь, что вокруг дураки и драмы, что в кошмарах тупые пустые лица. Страшно в 9 ребенку лишиться мамы. Страшно маме ребенку не дать родиться. Страшно видеть, как мир в себе носит злобу, как друзья обменялись ножами в спину. Если хочешь о важном, давай о добром. Как быть добрым хотя бы наполовину? Как найти в себе силу остаться честным, отыскать в себе волю, очистить душу? Правда хочешь о важном? Садись, чудесно. Это важно, что ты еще хочешь слушать.